И снова всем привет, уважаемые господа гитаристы. С вами снова канал Gain Over, канал, посвященный обзорам гитар и гитарного оборудования. В сегодняшнем выпуске у нас будет обзор на очень интересную, на мой взгляд, педаль. Это педаль тремоло Takana от компании Sentimental Bob Electronics. Да, с английским у меня не очень, но мы здесь не на экзамене. А мы здесь слушаем педали. Давайте произведем визуальный осмотр педали. Металлический корпус, все как положено, не дай бог раздавим. Кнопка включения-выключения эффекта. Также у этой кнопки есть еще одно назначение. Я покажу его в ходе прослушивания педали. Кнопка тэпа. Вход-выход, питание 9 вольт. 6 ручек управления педалью. Управление параметрами эффекта. Подписанные как Volume, Depth, Speed, Waveform, Shape и Tap Divide. Для чего они, мы, естественно, тоже будем слушать во время нашего теста и поймем, что каждая из них делает. Здесь еще есть маленький выход на джек. Если честно, я не нашел информации, для чего это нужно, но сам рисковать я тоже не стал, что-то там подпихивать. Мало ли я педаль сломаю, потом сломает меня ее хозяин, я бы этого не хотел. Ну, я так предполагаю, что, скорее всего, это как для подключения какого-то внешнего контроллера. Типа как кнопочка Remote. Вот. Ну, внешне все это дело мы осмотрели. Очень уж интересно, как звучит. Так что давайте это выяснять. Ну что ж, друзья, давайте начнем прослушку педали. Я думаю, на дисторшне будет удобнее все это слушать. Вот так звучит без педали. Давайте включим ее. Слышно, что не хватает громкости. Значит, параметр volume добавляем. Сравним. Еще чуть-чуть. Да. Итак, давайте разбираться, для чего нужна каждая ручка. Начнем с формы волны, то есть waveform. Там рисунками показано, то есть как примерно будет изменяться звучание. То есть давно, сейчас первый режим уже. И чтобы более, так скажем, более хорошо слышать вот эту вот волну, есть тут такой параметр depth. То есть, я так понимаю, типа глубина этой волны. Давайте прибавим. То есть depth это типа как будто бы даже немножечко так вот, немножко напоминает параметр mix, который прибавляет вот этот вот высокий пик тремоло, более громким делает. Давайте на всю катушку сделаем, чтобы понять разницу. Вот так вот. Сильная разница между тихим и громким звуком. Если убрать, я так понимаю, что мы практически и не услышим того тремоло. Как и ожидалось. Давайте на всю его сделаем, чтобы более явно все это слышно было. Да. Второй режим. Как-то так. То есть первый из тихого в громкий и резкий обрыв. Здесь наоборот, из громкого в тихий, резкий подъем и обратно. Грубо говоря, как будто реверс первого эффекта. Давайте чуть-чуть ускорим все это дело. Здесь есть
кнопочка, ручечка Speed. Как мы видим, индикатор показывает нам скорость, ну как и у дилея, вот темпа, то есть он прям BPM показывает нам. Следующий режим. Тут квадратики. То есть, судя по рисунку, должно меняться резко. Тихо-громко, не тихо, ну, есть звук, нет звука. По идее так. Это что-то типа вот этого. Следующий параметр. Не параметр, а следующая форма. Давайте посмотрим, что у нас там. Форма вот такая. То есть пирамидочка. Ага, надо же включить. Следующая форма похожа на синусоиду, на обычную. А давайте сделаем ее более плавной, если приберем параметр Depth на серединку. Интересно. Да, прикольно. Следующая форма волны. То есть вот так. То есть, я понимаю, из громкого в тихий и плавно обратно. Должно как-то так работать. Давайте Depth вернем вперед. И самая последняя форма волны, какая-то буква ЗЮ, что-то там совершенно страшное, интересно. Производитель-то уже чисто по фану сделал, потому что он может это сделать. Как бы вживую такая фигня, я думаю, да вообще никому нахрен не нужна. Я не знаю, где такую вещь применить. Ну, если только на закрытом концерте любителей специальных веществ. Далее. Давайте посмотрим. Ну, поставим какую-нибудь форму волны. Ну, я вот люблю квадратики. Это моя любимая. Ручка Speed. С нуля до самого крайнего положения. Что будет? Ничего.
чуть-чуть приподнимем. Опять же, ничего. Давайте вот так вот. Видите, светодиодик показывает, какой темп. Сейчас очень медленный. Ну, на всю катушку давайте. О, затрещал. Пулеметная очередь. Давайте какой-нибудь средненький темп выберем. Ну пусть будет вот так. Посмотрим, как работает параметр shape. В ноль. Поскакали лошадки. Как я понял, shape делает обрез вот пика, который достигается тремоло, да? То есть он, если пика шла вот так вот, то shape ее вот так чпок обрезал и вот так вот, ну грубо говоря. Ограничения. Давайте прибавлять. Вообще никакого ограничения, то есть сплошной сигнал идет. Тут вот начинает его немножечко уже подкашивать. Оставим посередине его. Давайте разберемся с ручкой Tap Divide. Допустим, вот сейчас у нас темп. Выбираем здесь длительность. Допустим, это вот у нас половинка. То есть на два удара получается одна нота. Далее четвертушка. Далее идут у нас четверсточки, интересно, восьмерки, восьмушечки. И шестнадцатое. В общем, разобрались. Теперь давайте разберемся в дополнительной функции, которая заложена в кнопочку Bypass. Смотрите, при двойном щелчке включается зеленый индикатор. Это Bypass. Но когда вы просто нажмете на кнопку и будете ее держать, в этот момент будет работать ваше тремоло. Допустим. Удобная функция, если, например, там вам за всю песню в каком-то моменте, там буквально там 3 секундочки надо что-то протремолить, вы нажали, и все, и нет проблем. Здорово, здорово. Я считаю, это очень удобно. Итак, друзья, какие можно сделать заключения по вот этой педали? Охрененная штука.
Действительно отличная. Производителям большой респект и низкий поклон. Ценник этой педали довольно-таки, да не довольно-таки, а он довольно-таки и низкий. Потому что владелец этой педали сказал, что купил ее подержанную за 4000. Чуваки, это копейки. Это копейки для подобного уровня педалей. Тем более тремоло — это не самый дешевый эффект. Далее. Купил бы я себе такую педаль в пользование? Однозначно, да. Ставлю эту педаль 10 из 10. Она покроет требования любого абсолютно изощренного гитариста, потому что все эти параметры, ну, я уже не знаю, что можно еще было бы придумать. Тут столько форм волны, которые как бы до половины из них даже и не нужны были бы, по сути дела. Но они есть, производитель решил так, он прав. Так что я советую вам попробовать этот эффект. Купить его, приобрести, может быть, у кого-то из друзей есть, но попробовать стоит. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментарии. А на сегодня у нас, друзья, все. Подписываемся на канал. На канале будет еще очень много роликов, поэтому, пожалуйста, поддерживайте канал, потому что без вас все это дело тщетно. Итак, комментируйте, лайк, подписка с вас, колокольчик. А мы будем и дальше радовать вас выпусками. С вами был канал GainOver. До новых встреч!